Новое возгорание на улице Пожарского. Во Фрунзенском районе Ярославля полыхала деревянная двухэтажка. Потерпевшие рассказывают, в 5 утра проснулись от запаха гари. Сначала вынесли детей, потом выбежали сами. Не обошлось без пострадавших. Одна женщина, испугавшись огня, выпрыгнула из окна второго этажа. С переломами ее забрала скорая помощь. Спасатели тушили пламя более 2 часов. Полностью выгорел чердак. Сообщается о 4 сгоревших квартирах. Всего в доме проживает 15 семей. Люди считают, что их кто-то специально поджег. Пожарные сказали, что пахло бензином. Вот в подъезде, который выгорел. С той стороны подперли аварийный выход. Поэтому, когда приехали, пожарным это и дознавателям всем все сказали. Рядом с нами буквально 2 дня назад был в том доме пожар. Тоже был поджог. 2 дня вчера. Вчера.